Доченька! Алло! Доченька, это ты? Не волнуйся ты только, я тебе из больницы звоню. Шел по улице, поскользнулся, упал, очнулся в больнице, нога в гипсе. Вот только места у них не было. Ты не волнуйся, доча, они положили меня в родильное отделение. Здесь хорошо. А одни женщины кругом, мата почти нет. Они меня приняли как родную в свой коллектив. На днях врач приходил, сказал, что я скоро рожу. Главное, сел на постель, спрашивает, что у вас болит? Я говорю, нога, на которую вы сели. А что с ногой? Перелом. Он говорит, это родом не помеха. А вот грудь у вас маленькая. Будут проблемы с кормлением. Потом начал живот щупать. И говорит, плод прощупывается. Опа! По-моему, мальчик. Я какой мальчик? Это ключ от квартиры. Может, вы мне ногу посмотрите? Он говорит, а вы что здесь, в футбол собираетесь играть? И чтобы я успокоился, предложил читать мне до 1000 и ушел. Доченька, я уже до 3 миллионов досчитал. Я все равно боюсь рожать. Нет, доченька, УЗИ у них нет. Они определяют так, если сестра-хозяйка выдает синий халат, значит, будет мальчик. Кому розовую, того девочка. У меня, доченька, зеленый. Кто идиот? Врач? Нет, он нормальный. Сказал роженицам, чтобы они брали с меня пример, потому что я не курю, и ко мне на свидание мужики не ходят. А то придут, орут под окнами. Галя, Зина, Нина. Один целый час орал Таня, а у нас Тани никакой нет. Ну, я взял, сам выглянул. Спрашивает, чего тебе? Он обалдел. Ну, Танька, что они с тобой сделали? На следующий день врач приходит опять и говорит, ну как, собираетесь рожать? Конечно. Воды уже отошли. Потом главврач пришел. О, сам такой седой. Потрогал меня, говорит, беременность протекает нормально. Я говорю, вы не там щупаете, я на животе лежу. Почему на животе? Потому что сестра хотела сделать укол и ушла. А тут у меня уже борода отросла. Бритвы-то с собой нет. Я говорю, вы посмотрите, граждане врачи, у меня уже борода. Они посмотрели и как закричат. О, какой гормональный перекос! В общем, доченька, если мне не удастся их убедить, что я мужчина, готовься. У тебя будет брат или сестричка. А может и то, и другое. Двойня!